26 по 28 сентября в Ульяновске прошел целый ряд мероприятий в рамках недели развития конкуренции. Разнообразные круглые столы, семинары и совещания стали площадками для экспертного обсуждения вопросов развития конкурентной среды в регионе. Основным толчком для проведения недели конкуренции стала реализация специального профильного стандарта. Ульяновская область в числе 6 пилотных регионов Российской Федерации с 2013 года занимается разработкой и внедрением стандарта, причем наш опыт, те предложения, которые были сформированы в пилотном режиме, затем легли в основу федерального стандарта развития конкуренции, который с сентября 2015 года утвержден на уровне правительства Российской Федерации, и сейчас он последовательно внедряется и реализуется во всех регионах Российской Федерации. Документ представляет собой комплекс мероприятий, направленных на совершенствование антимонопольной политики, создание условий для развития предпринимательства, а также повышение эффективности защиты конкуренции. В число сфер, где реализуется данный стандарт, вошло 11 отраслей из области образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и ЖКХ. Но кроме этого, регионам представлено право дополнить этот перечень еще и приоритетными рынками региональными, которые мы считаем для себя важными, значимыми. Так вот, в Ульяновской области такими рынками мы для себя определили рынок производства инновационной продукции и рынок туристических услуг. В мероприятиях приняли участие широкая общественность и представители бизнеса. В качестве экспертов выступили работники Министерства конкуренции, областного правительства и антимонопольной службы. Одной из самых популярных площадок недели оказались круглые столы на тему государственных закупок. У нас на сегодняшний день за 9 месяцев стандарт конкуренции при определении поставщика на территории Ульяновской области сложился 2,9. Но мы надеемся, что данный стандарт будет выполнен, потому что впереди у нас еще 4-й квартал. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.